Годовщина со дня открытия 22-х зимних Олимпийских игр в Иванове не осталась незамеченной. В спорткомплексе «Олимпия» состоялся большой праздник. В честь этого дня даже вновь запылал огонь в Олимпийской чаше, которая осталась в нашем городе по завершении эстафеты Олимпийского огня. Этот праздник прежде всего для школьников, для молодежи. Мы хотим, чтобы они знали о том, какие достигаются результаты в спорте у нас в Ивановской области. Также что хотим, чтобы они видели и знали наших олимпийских чемпионов, участников Олимпийских игр. В качестве почетных гостей на открытие праздника были приглашены ветераны спорта Ивановской области, принимавшие участие в Олимпийских играх. Самая титулованная спортсменка нашего региона, конькобежка Ирина Егорова, двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Иннсбруке на дистанциях 500 и 1000 метров. Год назад Ирина Николаевна стала бабушкой. У олимпийской чемпионки в день открытия игр в Сочи 7 февраля родилась олимпийская внучка. Это такой праздник был для меня. Это, знаете, как будто второе рождение мое. Я сразу увидела наследницу свою. Вот. И очень была рада, что дети сделали мне такой большой подарок. Я была просто счастлива, словами это не передать. Также в спортивном празднике приняла участие Ирина Слуцкая, серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию. В Иванове спортсменка открыла школу. Ее воспитанники продемонстрировали то, чему успели научиться. Олимпийские игры – это, знаете, пример для подражания. После Олимпиады Все пошли заниматься спортом. Это очень здорово. Вот я стою сейчас здесь, в Олимпии, и вспоминаю, как полгода назад я сюда приехала, я увидела детей, у которых горели глаза, и они хотели кататься, тренироваться, и пришла мысль, попробую сделать здесь школу фигурного катания. Во время праздничной программы перед зрителями выступил образцовый хореографический коллектив «Грация», который на протяжении всех игр работал на олимпийских площадках в Сочи. Хотя от нашей области на играх не было спортсменов, зато свой творческий потенциал регион смог проявить в полной мере. Наши ребята выступали на церемониях открытия и закрытия Олимпиады. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.